Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия Мишка. Всем привет! Сегодня будем играть в игрушку под названием... Level Head. Да, в общем, мы два роботика, которые будут спасаться, точнее, доставлять посылки, а не спасаться. Так, да, я, в общем, если что, желтенький, Миша голубенький. Все, Юля забрал с собой. Дело в том, что это не просто игрушка на прохождение, где есть компания. Компания здесь в основном как обучение. Так, самое главное, это создание уровней. То есть вы можете создавать свои уровни, делиться ими, проходить. Так, ну а мы будем проходить. А мы будем проходить кампанию, где, по сути, должны так, будем стой, узнать основу. Так, стой, дай вот этого чушкана. Вот, да, мы можем прыгать, притягивать что-то в последнее время. Опять робот один. Ай-яй-яй, аккуратнее, если бы я умерла. Смотри, как я могу. Хоба. Повтори. Нет, вот это повторять не надо было. Удобно, кстати, что если один из роботов помирает, то, по сути, он может до своего напарника долететь. Здесь вот, видите, чекпоинты есть. Это пока что первые уровни, они, я думаю, простые. Ага. Так, вон вижу кристаллический. Ого! Стой! Как удобно, видал? Слушай, а как мне? Так, ну... А я вот у так. У Миши свой способ. Вот и посылка. Я как понял, ее может обязательно, может не обязательно, но мы будем точно доставлять. Ну да, постараемся, по крайней мере. Юль, возьмешь? Теперь я не... Ой. Нет, просто держи ее с собой, не нужно бросать. Я понимаю, что Почта России хочется все стенки конечно, поступить. Конечно, конечно. Прыгай! Я верю в тебя. Да! Все, у меня загородился этот уши. Да потому что кто царь, кто ну, кстати, посылку донес? Очень симпатичный робот, хочу сказать. Согласна. А еще мне робот-пылесос напоминает. Да, ну, видать, все круглые эмоции. Роботы теперь мне напоминают робот-пылесос. Так, это что у нас? Это вот как раз открылась мастерская, где можно создавать свои уровни. Можно будет даже заглянуть ради интереса, посмотреть, как это выглядит. Но мы пока будем вон... Хребет проходить какой-то. Густого тумана. Так, пошли, Юль. Нужно аккуратненько так. Здесь. Сказал я. Да, и поаккуратненько. Аккуратненькому. Так, в общем, доставка. Погоди. Так. В обучении в первом уровне говорил, что можно брать такие вспомогательные. Смотри, можно зажимаешь такой и типа бац, и подбираешь. Так, я вижу, вон здесь пропугивается, Юль, так что нужно побыстрее. Ты сможешь сейчас допрыгнуть? Да. Давай быстрее, а то у меня тут, видишь, все. Вон, мы еще какого-то собираем жука, как я понимаю. Да. Кто возьмет его? Ну ладно, я возьму. Все, спокойствие. Жесть. Вам посылку не выдали. Надо быстрее, то есть, видишь, я тебя жду. Просто я не хочу, чтобы ты обвалилась. Вот, стой, Юля! Ну дайте мне! Ну, ё-моё, а что делать? Беги! Форест, так. О, видишь, игра дает возможность так. тебе. Но здесь тебе никто не мешает, Юль. Не торопись. Кроме меня! Все, молодец. Юле платформеры не всегда легко даются. Ну смотри, ты уже прям натаск... так. Знаю такую фишку, сейчас покажу вам. Да, Юль, так. Подержи сейчас, смотрите. Эту штуку нужно. Как ее? Он, видите, просто кристаллы? Там, просто да, так сверху. Сейчас. Блин. Так, Миша пытается, короче, максимально... Так. Вот у тебя получилось. Давай сейчас спасибо. Повыше поставлю. О, вот, видали? Супер, да, давай. Теперь... вон еще жук, Юля. Частичка, иди, да. Иди, помоги. Ты думаешь, ты один да. не справишься? Нет, стой, рано. Ну, хотя все, молодец. Видишь? Так, пошли. Ой, посылка! Нет! Без посылки. Ну, ладно, давай попробуем без посылки. Ладно, ну, а что бы и нет? Миша! Ой, пружина. Да, еще и без поражения. Так, Дима, ты мешаешься, бросить все, я тебя беру. Слушай, не работает без посылки, Юля. Да? Прикинь. Миша, а что делать теперь? Все, вот такая кнопка есть. Уровень заново, пошли. Вот это прикинь поворот. Себе, вот это хардкор! Так, давай, плетись сюда. Так, ладно, давай с посылкой аккуратнее, крайне. Так, сейчас. Так, вот здесь, погоди еще, ты доберешь? Так, погоди. Так, как... Вот так. Я посылку опять пропукал. Слушай, вот тебе обучение. Ай, так, надо так, погоди. Аккуратно. Так, ты мне не нужна. Смотри, хотя, ну погоди. Нет, я хочу... Слушай, как я... Сейчас, побежали. Юль, тут все израсходовано. А, но все равно нужно взять вот это. Так, главное, не упади. Тихо, спокойно. Шевелись, все. Давай, пошел, первый. Да блин. Давай, я тебя жду. Давай, за мной. Тут кусочек есть. Да, кусочек. Хорош, ну хорош. Все, давайте, я здесь. Как... Прыгай. Как и положено, так. А все. Ты посылку оставь вот здесь, пожалуйста. Нужна опять пружина, да? Да. Так что, Миш, я беру посылку. Угу. И ты можешь... А я, наверное, не допрыгну, Юль.
сейчас, погоди. Все нормально. Посылка. Посылка. Погоди. Все, пошли, пошли, пошли. Стой. На раз, два, три. Готово? Да. Раз, два, три. Побежали. Прыгаем. Бежим, бежим, бежим. Стоп. Все, хорош. Так. Ну, дальше здесь все просто. Но я пока вот так. Попрыгаю. Блин, я часть жука не забрал. No! Ну, блин, а могли меня подождать? Царя, жопу не дождались, ну и пофигу, без жопки. Смотрите, пойдем. Сколько тут планет, сколько уровней. И я хочу сказать, непростые здесь задачи. Ух. Это точно, а тем более, мы как так с знаем. Мишей любим. Стой, можно просто положить. Сотрудничать. И... Так, это вот что имеется в виду вниз, плюс X, да? Смотри, здесь как-то... Ща. А, смотри, как нужно, Юль. Так, теперь отсюда, блин, надо... Да иди ты нафиг. Просто положите и... Так... Вот эту женщину... Блин, Юль, иди сюда. Через стенку можно забрать. Вот, нужно посылку вот здесь так, захватить. Ага. Все, видишь, открылась сразу. Так, а что открылось-то? А, вот. Вот, проход снизу. Презентую вам. Так. Крайне аккуратно надо. Слушай, здесь, мне кажется... Не стой тут. Вот тут как-нибудь, вот так. Все, я прошел. Ну, в принципе, невелика потеря. Нормоз. Юль. Ладно, хоть тут не стой, смотри прикол, смотри прикол, я смотри. Я могу на себе. Оба! И вот... Блин, да, и подохнуть. Опа! Блин, я так. Думал, торчак какой-то. Дай... Куда... Так. Блин, угу. Ну как? Так, как? Иди отсюда. Ну, Миша! Все, откройте. Все, это реально рычаг. Смотри. Посылку наверх кидаешь, да? Типа нет, вот сюда. Вот сюда в угол. Ну вот, далее. Я и говорю. Сюда. Наверх. Сюда. Это для меня. Забираем. Тут еще логически нужно подумать. Теперь сюда пружины. Бери посылку. Так. Пошли. Давай, прыжок посильнее. Так. Хорош. Так, дальше наверх. Пружину сюда, дай что сюда. Ли, надо? А, ты кинуть. Иди отсюда. Кинуть туда, да, посылку, чтобы нажался. Да. Злобный робот местный такой. Вот смотрите, что делает. Что делает? Он мне, как сказать, все портит. Давай. Ай! А, да все, ты уже не нужна. А что, конец? Да, конец. Слушай, как хорошо здесь прошли. Да. Ну, почему-то пуговки напоминает. Согласна, есть. Давно хотели показать. Вот, только сейчас руки дошли. Как обычно. Как обычно, да. Да много игр, ребят, много игр. Кстати, часто пишите про Ля Клю. Да, мы ее вернем. Напишите обязательно, если очень хочется. И мы уже прям в планах допроходить ее. Также про кроликов, ребят. Да, Миша, пишите, какую хотите вернуть игру. Я не знаю, он у меня орбиты. Спасибо за пожалуйста. Оздоровительный пендель. Может, можно как-то что-то... Нет. Так, пружина. Как? Наверное, сюда, Юль, просто. Давай начнем отсюда. Мне бы знать, куда я там упал. А, Юль, не бойся. О, видишь? Ты... О, козел рогатый! Так, а здесь я что? Я думаю, мы с ним ничего не сделаем. Сюда что-то поставить, что ли, нужно? А, вон пружина. А может, рогатого козла? Не-не-не, смотри, сейчас мы его затопчем. Ты... Вот я тебе говорю. Ну, Миш, ну, ну спасибо. Ты потерял. Вон, бери дополнительную жизнь. Да, Рю. Да, блин. Да, тихо ты. Все стой, нормально. Ну, во-первых. Ну, давай, да-да-да. Все, да. Вот это вот взять бы. Так. Поставь вниз просто, ага. Дал? Да ты не меня еще. Подача ботинком. Давай, иди сюда, баран. Думаешь, он... Ай, блин. Кто еще баран? Иди сюда. Все, пойдем. Да и убью всё. Его. Его, мне кажется, так просто не получится. Да ладно. Давай здесь. Вот его... Я жизнь потерял свою. Ну иди. Что ж тут... Ты что делаешь? И зачем? А, ну... Что ты делаешь? Просто взять... То, что велит мне сердце. Я понял. А оно не всегда с разумом, знаешь, совладает. Я понял. Смотри, хрясь. Хрясь. И вытолкнуть его. Только главное, всё. Посылку не потерять. Смотри, смотри, смотри. Миш, а дай вот сюда, закинь меня наверх. А так, а ты сама-то никак? А как я сюда закинусь? Вот это вот. Нет! Вот эту я штучку. Тобой управляю. Ты его добила, молодец. А ты теперь не дойдешь до мне... туда? Иди убейся. Так, сейчас. Спасибо. А, ну ты можешь, ты, наверное, не доп... молодец, как-то. Смотри-ка. Я не такая тупая, как шаришь, кажется. Шаришь, шаришь. Так, аккуратней. Я не знал, чего? Что... Чего? Я-то вообще а ничего не делала. А что это за мясо? Я думал, это жизнь дополнительная. Такс. Давай. Чётко. Идеально. Так, да, ты давай идеально посылочку. Была. Стой, на счет три. Вот отсюда, отсюда. Раз, а, два. Стой, а вот там что? Ну думаешь, ладно. Думаешь, что там есть? Да пофигу. Раз, два, три. Оп-оп-оп-оп, прыжок!
прыжок, прыжок. Перебор, перебор. Давай, Ашка, все. Пипец тут, Юль, непросто, я тебе могу сказать. А ведь еще, ну ты это, да. Ага, отлично. Я тебя жду, если что. Ой, 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 ой. Все, Юль, чего? Спустись вниз, давай. Пошел, пошел. Ой, на всякий случай. Блин, чуть-чуть. Что вот это за штука такая? А я не знаю, это жизнь вот как раз. Ой, страшно, я сюда иду. Спасибо! Ну, Юля, я не знаю, что тебя подтолкнуло. Ладно, идем, главное посыл. Смотри, какой кабан. Да, я вижу. Это босс, барбос, а как его завалить? Нужно, наверное, в центр встать. Ах ты, козлик. Давай, Мишка. Погоди, да куда он у меня волочит? Хорош, спасибо, оздоровительный пендель. Все, видал? Какая. Гигантский стой, кристаллиус. Стой, 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 кристаллиус. Вот здесь этот. Пружина. Пружиниус. Возьми пружину. Так. Ого, почти четко поставил. Блин, мне нравится, слушай, она прям так разогналась. Так. Ну ты забухнешь. Да блин, туда. Оно не залазит. Да че ж ты? О. Посылка. Ща, погоди. Потому что зали... Я да. Так. О, это бонус. Стопы, стопы, да. Я не знаю, для чего нужно, но если лежит, возьмем, нужно. Да, как говорится. Так. А чтоб было. Все. Класс. Ну, чё вы меня там? А мы, кстати, тут, наверное, еще были какие-нибудь рога там или еще, да. Одну. Вот, видишь, не добрали. Но это наш стиль. Мы выделяемся. Конечно. О, видишь, локации новые. My style, freestyle, так да, что. Да. Пофигу на создание, вы знаете, что есть эта функция, мне нравится больше видал, подходить. Видал, камни теперь можно о, расшибать. Фига, секрет. О, Юль. О-о-о-о. А как вот здесь пройти? Нужна посылка. Слушай, как я от тебя хорошо отбиться могу. Вот слушай, твоя башка крепкая нужна. Спасибо. Так все, пойдем. Ну все, я теперь больше не нужна. Теперь нет. Стоп, а погоди, а вот тут нельзя никак... Наверх залезть. Тебя туда? Ну что? Да, закинь меня. Сейчас. Да тихо, ты не прыгай. Ты просто... Я не прыгаю, я стою, вообще да, блин, ничего не делаю. Дурацкая... Короче. Давай, работай. Здесь не пробьется так просто. Вот здесь давай. Юля, пошла по секретным стопам каким-то. А, слушай, вот туда надо бы... О, мы сейчас сможем... Погоди, а что нужно? Мы можем туда пролезть еще сейчас. Ща, так, Юль, я пройду сюда сейчас. А, ты можешь коробкой разбивать. Слушай, они умерли просто. Приведи. Слушай, здесь там как будто смотри, секрет. Да, но это, скорее всего, потом надо будет стороны. Туда вернуться. Так, кого как туда пропихнуть? А, смотри, 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 смотри. Смотри сейчас, смотри, смотри, смотри. На. Так. Так. Только стой, погоди. А, мы... я хотел вон там еще секретик разбить. А, тогда стой. Ты что делаешь? Ну сейчас долезешь нормально. Так, ладно. Нужно разбить обязательно. Так, я могу твою башку. Стой, погоди только. Так-с. Давай. Сейчас она появится, но для подстраховки мне необходимо. Хорошо. На один пойдем. Кубик я не могу прыгать. Так. Здесь пробились. Вот здесь а, вон вот. Это уже выход. Ага. Юль. Так, давай. Стоп. Сейчас. Yes! О, еще что-то получили. Так, пошли частичку. Сюда. Частичку, так, у нас еще две осталось. Видишь, уже вообще не подсказывают. А, это вот я должен буду сразу же тебя закину. Спасибо. Ой. А ты еще сейчас этот должен да, схватить да, 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 сейчас. С собой. Да, блин. Да, блин, я вот так сделаю. Ой. Ай. Сейчас, погоди. Можете? Тихо, тихо, тихо. Так. Как это вот ты хорошо так делал? Сейчас. Когда не надо всё, было. Все, отлично, зацепился. А там, стой, погоди, дай прочекать. Вдруг что-то есть. О. Да. Кинь меня, только... Ну, самое всё, главное неважно. У нас. А я... Все. Все, отлично. Прыгай, эти прыгай, прыгай, штуки прыгай. Не важны нам. Так. Все, пошли. И еще потом перед выходом, погоди, в него не запрыгивай. А, тогда ты иди, может, не засчитается. Ага. Это стой. Все, что ты... О-о-о-о! Чё с ним? Что это такое? О-о-о! Ну, будем вспоминать Юлю как доброго воина. Что это воина. Было? Я не знаю, что это за шляпу запустила наверх. Мы даже
Вот два камушка, прикинь, ты этих не добрали. Да вообще. Что это секретный уровень? Слушайте, я не пойдем? Знаю. Да без разницы, везде интересно. Круши с улыбкой. Видимо, что-то здесь... Я так и делаю. Это мое кредо. Ух ты. Так. Так. Тут не забрать. А это что за ящик? Ну, скорее всего... Слушай, а можно им там что-нибудь вот здесь сделать? Не, ну... Так, погоди. Так не работает. Сюда где-то. Здесь какой-то ключ. А что они берут? Вот так все просто. Кинь меня сюда, нельзя. Не, твоя башка... А слушай, хороший вопрос. Так, давай. Нет, очень жаль. Я довольно крепкая. Так, смотри. Вон она открылась, наконец-то. Пойдем. Стой. Забирай. Ага, все. Коп. Так, отлично. Я не знаю, что это за ключ-карта. Забери ее. Так, вот это? Да. Так, а что она не берется-то? Во, ее нужно донести. Блин. Ладно, пойдем, донесем. Пойдем. Слушай, там тоже сверху, наверное, ничего пошли, нет. Пошли, да? Здесь вот ключ-карта нужна. Кинь. Отлично, вот видишь. Так, все, немножко тут отвлеклись. Я нечаянно перезапустил. Ладно, от страха видел. Ого! Рычажочек. А что я каким образом разбил? А зачем он, кстати? Вот что-то нажимает, тупик. Что-то открывает. Миш, может он... А ты можешь эту поставить здесь, Юль? Стой, вон ту коробку. Точно. Ги! Аль! Все, пошли. А я сейчас такая думаю, для чего это коробка? Во, сюда. Уи! Стоп! Ура, товарищи! Пробивай. Только... Предупреждал, все нормально. Пошел. Да, я его лично. Теперь ты иди. Уйди. Да Миша, блин. Все, короче, я с этим бараном связан. Стой, меня подожди. Все, посмотри. Баран такой, а я можно просто с ней в руках. Пошли. А вдруг там снизу какой-то был супер секрет? Ну, хочешь, проверь. Как тебе секрет? Да, это очень... А вон они, смотри, вон эти штучки, Миш. Нужно вниз просто, чтобы... Да. Так. Какой-то ключ нужен, Юль. Ключ-карта. Так, так уже вот использовали. Это что такое? Зачем ты мне? Вон он, ключ, Миш, вон. Ага. Ну, ща. Только ты лишнего не пробей, чтобы можно было до туда, да, добраться. Сейчас. Так. Ставишь? Да, конечно. Короче, лучше. Фу, нормально все. О, супер алм. Вон, смотри, робот-пылесос, серьезно. Так. Рожа. Все, зачем ты сюда пошли? Иди, блин, отсюда. А я думала, вот здесь еще надо будет пробить потом. Все, пошли. Ой, это я прошел. Так. Так, погоди, вот тихо. Вот это, да, аккуратно. Куда ты? Я так вообще ничего не делаю. Сейчас вот тут аккуратненько. Я тебя страхую, если что. И не зря, да, Миша, так а я ничего не при делах, ползи сюда быстрее. Все. Смотри, мы почти, вон я вижу последнюю детальку. Можешь отойти. Да куда я отойду-то? Все, нам нужна посылка. Так, а мы же были. Ай, блин, тихо-тихо-тихо. Прощай. Миша, ах ты пёс. Крадется такая потихоньку. Вот называется настоящая дружба, а? Да. Эх ты. Ладно, я думаю, что стоит на этом закончить. Игруха крутая, знаете, что в ней еще есть редактор, компания, режим двоих. И если уж продолжение, то пишите. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.